Степан, всем Витя и Маша. И куда вы едете? В Египет. Да. Мы едем в Шерм-эль-Шейх. Ага. Да? А я буду с нашей тетей в моем любимом маленьком ехать. Да? Покажите, какие у вас чемоданчики. Вот такие. Класс. Суперские чемоданчики. И имя можно даже написать, да. Представляете? Представляю. Поехали. Уже пригласили нас на посадку. Мы идем на самолет. Ну что, вы уже готовы к полету? Да! Что мы будем делать в полете? Рисовать, да. Играть, открывать новую игрушку, да? Ну что, приятного полета! Да! Пока мы летим в самолете, мы решили сыграть в игру «Голодные бегемотики», которые купили на Розетке. Вот такая красочная коробка с вот такими веселыми бегемотиками. Популярная игра в бегемотиков, которые кушают шарики, возьми с собой в дорогу. Мы сейчас в дороге, а конкретно в самолете, поэтому это самое лучшее занятие взять и поиграть. Сейчас мы распакуем нашу игрушку. Дети, распаковывайте игрушку. Давай. Два голодных бегемотика. И вот такая наклеечка, которую надо наклеить сейчас на бегемотиков. Так, давайте посмотрим, где она должна стоять. Она должна стоять вот здесь вот. Вот одна наклеечка и вот вторая наклеечка. Давай мы ее сюда наклеим. Так, и теперь вторую наклеечку наклеивайте вот сюда, с этой стороны. Да. Теперь, как же в нее играть? Давайте разберемся. Вот такая у нас инструкция у голодных бегемотиков. В комплекте игровое поле плюс шарики плюс наклейки. Если ты первым проглотил золотой шарик, ты выиграл. Да. Оказывается, это очень веселая игра. И этот шарик не так легко словить, но его можно словить. И у Тимы больше всего получается словить шарик. Кто первый поймает? Ой, Тима поймал золотой шарик. Ну дайте мне словить хоть какой-то один шарик, не только золотой. Шуля, что ты там рисуешь? Покажи. Покажи. Маша рисует Поппи или розочку. Маша наклеивает стикеры на картинку, и у нее получается очень классная картина. А у нас здесь лабиринт. Нам надо провести цветанок к нашей розочке. И Тима пытается это сделать. Ну что, получается? В тупик еще не залез, Тимофей? Ехали, поехали. Пришли, добрались, ура! И у Маши лабиринт. И розочка здесь добирается до какой-то вкусняшки. Идет, идет, идет. Вот такая смешная розочка у нас. Такими волосиками. Можно причесончики всякие разные делать. Вот такие. Итак, наш перелет подходит к концу. Самолет идет на снижение. Мы уже переоделись, потому что ярко-ярко светит египетское солнце. И сейчас мы уже приземлимся и поедем в свой отель. С большим-большим аквапарком. Да? И будем сегодня купаться. Там видишь речку. Будем снимать здесь, да? Вот такой красивый отель. Альбатрос Акваблю.
Это ресепшн. Мы в главном здании ресепшна. Тима здесь уже воюет с чемоданами. Да, Тимофей? Что ты там достал? Фотоаппарат. Свой фотоаппарат достал? Будешь все фотографировать? Что там такое, Маш? Монетки лежат. Наверное, бросают те, чтобы вернуться еще раз, да? Да. Светлая. Вот такая красота. Что вы? Куда приехали? В номер заселились. Давайте знакомиться с номером. Что у нас здесь сразу? Тим, показывай, что у нас здесь. Здесь у нас ванная, да? Пошли посмотрим, что это у нас душевая. Да, здесь душевая кабинка, вот такая маленькая, но это стандарт номер. Здесь ванной, конечно, нету, туалетик. Побежали в комнату смотреть? Да. Побежали в комнаты смотреть, что у нас тут в комнатах. Тут в комнатах у нас две кровати с шкафчиком. Дверь раздвижная. Ого, какая смешная кровать. Двухъярусная, огромная кровать. Ну, посиди. И еще вот здесь вот кровать тоже с телевизором. Тим, а там что у нас? А здесь у нас? Здесь у нас балкон. Да, можно смотреть отсюда. Что у нас, какой вид отсюда? Там аквапарк. Мы пойдем в аквапарк, правда? Да. Класс.